Всем привет, с вами канал Алекс Дэн Про. Сейчас мы проведем бой на уникальной зоне против железных мутантов. Чувствую, бой будет интересным и наверняка сложным. Нам предлагают выбрать боевые доспехи. Так. О, вот это да. Серьезный противник. Итак, нексосила. Ну, нексосилы будем использовать из уже имеющихся, а именно набор с нексосилой Мерлока, которые ужасающие хлопки. Так. Проверяем. Ну, пишут, что не очень. Но, скажем так, мне в это не очень да и верится. Все нексосилы Мерлока очень-очень эффективны. И, полагаю, в данном случае тоже нас ждет успех. Итак, просканируй силу Мерлока в комбо и посмотри, что получится. Так. А ну-ка. Железные мутанты. Что-то это такое, кстати, нексосилы не помню. Железные мутанты. Так. Ладненько, нужно будет посмотреть потом в списке моих нексосил, что это за новая сила такая. Или это старая, просто я о ней что-то как-то не вспоминал. А ну давайте, начнем. Так, ну разбить вот этого, наверное, с башенки, да? А то он там засиделся, я смотрю. Все. Сейчас мы его быстренько здесь доклассируем. Давайте чуть добавим эффектов. Отлично, отлично идет пока. Крошим всех просто в капусту. Можно назвать его шинкователь. Да, или как думаете, лучше его назвать? Клей-шинкователь. Так. Нам предлагают уже использовать нашу нексосилу, но я полагаю, нужно оставить именно на босса. Потому как босс обычно в таких уровнях действительно интересный, сложный. И просто победить его очень тяжело без нексосилы. Собственно, как это бывает и в наших мультфильмах, да, про Некса, рыцарей. Чтобы победить настоящего сильного противника, используется Некса-сила. Железные мутанты. Вот так вот, их как бы два сразу против нас играют. А мы сразу позовем на помощь Мерлока. Ха, ну что вы, железные мутанты. Не такие уж вы и молодцы тут прям, да? Как Мерлок вступил в действие, так вы сразу... Ого, вы сразу. Они меня просто заморозили, да? Сделали каменным каким-то. Но ничего, я вам сейчас за это накостыляю. То есть сейчас бьется только, видимо, вот этот вот верхний дружочек, да? Как его поймать-то? Есть контакт. Так, опять нужна помощь Мерлока. Вот так вот, 20 тысяч раз, 2 и 3. Вот хлопки вот эти Мерлока мне просто вообще аж... Я в восторге в самом настоящем. Такие уроны наносить. Так, вот этого надо побеждать. Блин, который крутится. Ну, давайте добьем сейчас. Ха. Ну да, без нексосилы я бы, наверное, я точно не справился. Надавали бы здесь только так. Угу. Что же у нас в сундучке? Кстати, сундучок какой-то очень-очень красивый. Золотой, да? Угу. Ну, еще бы уровень-то сложный. Фух. Да, действительно.
Так, что нам тут? А, тут понятно все у нас. Так, а вот это самое интересное. Раз, снова. На мейсе что-то выдают, выдают на ланса. А, и ничего интересного. На клее ничего не было. Кстати, я планирую подключить уже Lego ID. В следующем выпуске, кстати, покажу вам, как это делается. Где брать сам ID. И как, собственно, удвоить награду и получить доспехи Мерлока. Ой, не Мерлока, простите, а Клея. Ой, Акселя. Доспехи Акселя. Так, ну что ж, на этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Смотрите в комментариях, в описании к видео будут новые ссылочки там на полезные всякие плюшки. Там нексосилы, комбо-щиты, также на различные устройства, хорошие полезные видео. В общем, подписывайтесь и смотрите. До скорого!